Здравствуйте, друзья, любители фермерских продуктов и любители всего натурального. В этом видео мы покажем, как сделать домашнее мыло из кроличьего жира. Нам понадобится сам кроличий жир. Забивая кроликов, жир мы вытаскиваем, складываем его вот в такую большую кастрюлю. Это гусятница или утятница ее еще называют. Ставим на огонь и вытапливаем жир. Нам нужен именно топленый жир. Включаем огонь посильнее. Перемешиваем весь жир, чтобы он побыстрее вытопился. Ну, в принципе, наверное, объяснять, как вытапливать жир, никому не нужно. Все сами знают. Но давайте на всякий случай покажем весь процесс от и до. Как сделать домашнее фермерское мыло из кроличьего жира. Когда жир практически вытопился, мы берем домашние кухонные весы и взвешиваем кастрюлю, в которую мы будем сливать топленый жир, чтобы отмерить четкое количество этого жира. Теперь берем ту самую кастрюлю и потихонечку, по мере вытапливания жира, мы выливаем тот самый топленый, повторюсь еще раз, жир в кастрюлю. Выглядит это именно так, как вы сейчас видите на экране. Процесс продолжается, жира становится все меньше. Кстати, оговорюсь, жир может быть любой, гусиный, свиной, бараний, но мы держим кроликов и используем кроличий жир. Так что, если у вас есть другие виды животных, птиц, гуси, утки, то можно использовать и их жир. Практически все вытопилось, остались только шкварки. Мы отцеживаем, то есть выливаем весь жир. Ну и, в принципе, на этом процесс вытапливания мы завершаем. Собираем все остатки. Нужно, чтобы жир немножко остыл, то есть горячим мы использовать не будем. Шкварки сейчас уберем. Их можно использовать как угодно. В данном случае мы про это показывать не будем. Мы их просто уберем. А вот сам топленый жир оставим, чтобы он немножко остыл и принял комнатную температуру. Вот это все, что осталось из практически большой кастрюли жира, это шкварки. Но в кастрюле вы видите то, сколько осталось жира. Сейчас мы его посмотрим и будем взвешивать. Это очень важно, важно соблюсти все пропорции. Взвешиваем жир. Теперь мы берем чашку и наливаем в нее воду. Нам необходимо на количество жира, у нас получилось 776 грамм, нам необходимо 256 граммов воды и 116 граммов щелочи. Натрий OH, обычная щелочь, ее можно приобрести в магазинах химических элементов, на рынках самых разнообразных. Я приобрел 3 килограмма щелочи, выглядит она вот так. Мы ее используем, в принципе, продаются мешки по 25 килограмм, но это сильно много. Поищите в интернете щелочь, натрий OH, обязательно в своем городе вы найдете, где ее можно приобрести. Я купил в интернет-магазине, нашел, мне доставили 3 килограмма по цене, точно сейчас не скажу, около 200 рублей, по-моему, стоил этот мешок. В принципе, вполне достаточно, тем более расходуется она очень-очень медленно. Сейчас я вам скажу еще, сколько нужно, какая нужна пропорция. 1 килограмм топленого жира, 330 граммов воды и 150 граммов щелочи. Вот, в принципе, все, что нам нужно. Мы берем воду. Как я вам уже показал, взяли 256 граммов воды. Теперь добавляем 116 граммов щелочи. Высчитываем это все по пропорции. Жира у нас 776 грамм. В данном случае мы отталкиваемся от того, сколько у нас жира. Сколько есть жира, уже считаем, сколько нужно воды и щелочи. Все готово, щелочь отправили в воду. Кстати, нужно здесь быть осторожнее, потому что щелочь с водой очень сильно идут взаимодействия, и вода становится очень горячей. Даже не вода, а вот этот вот самый раствор, он становится очень-очень горячий. Вы видите, идет пар, поэтому будьте осторожны. Желательно одеть перчатки, но я их не одел, потому что я делаю голыми руками, но все достаточно осторожно. Теперь мы берем эту самую щелочь и ставим ее тоже остыть. В прохладное место можно в воду аккуратненько в холодную поставить. Можно просто на столе оставить тоже, чтобы была комнатная температура.
Видите, получился такой раствор, немножко белого цвета, это щелочь с водой. Теперь мы берем тот самый жир топленый, он остыл, берем блендер. И получившийся раствор мы вливаем в этот самый жир. То есть жир, включаем блендер и вливаем раствор воды и щелочи. Видите, жир становится белее. Когда все перемешали, добавляем какой-нибудь запах. Обычное мыло, оно не такое ароматное, поэтому добавляем концентрат эфирных масел, в данном случае ель. Можно добавить все, что угодно, мы используем в данном случае ель, чтобы мыло потом хорошо пахло. Можно использовать духи, но духи очень едкие, потом будет не очень приятный аромат, поэтому берем нейтральный запах ель, капель 20-30, я думаю, на это количество будет достаточно. Еще раз все перемешиваем блендером. Теперь берем емкость, куда мы будем выливать мыло. Это вот такой лоток, застилаем его пищевой пленкой, чтобы потом мыло легче отошло от лотка, от этой чашки пластиковой. Выливаем все мыло, оно не остывало, как мы его помешали, теперь сразу выливаем. Оно, ну, немного теплое. Все вылили и оставляем мыло застывать и высыхать. Оставляем в прохладном месте, можно в шкаф, можно на столе оставить, кому как удобнее. Прошло несколько дней, от 2 до 3 дней, как видите, мыло застыло, приобрело белый цвет, получился такой блин. Мы берем и достаем его из нашего контейнера. Отделяем от пленки, пленка нам не нужна в данном случае, потому что мыло нужно разрезать, так оно быстрее созреет, быстрее будет готовым к использованию. Как вы видите, руки не пачкаются совершенно. Берем нож и разрезаем на удобные кусочки. Ну, я посчитал, что вот такие кусочки будут наиболее удобными, оптимальными. Так что берем и разрезаем. Всего у нас получится 9 кусочков. Можно заливать в другие емкости, можно в формочки, кому как удобней. Но это мыло фермерское, поэтому никаких розочек, никаких цветных баночек мы делать не будем. Разрезаем дальше. И вот так у нас получается 9 кусочков. Как вы видите, мыло выглядит вот так. Руки не пачкаются, мыло приятное. И теперь мы обратно в эту же емкость складываем все кусочки мыла, чтобы они стояли и дозревали. Чем больше пространства между кусочками, тем больше воздуха попадает, и мыло будет полностью созревать. Это достаточно удобно. Ну и теперь накрываем той же пленкой. Аккуратно, немножко прикрываем и ставим в какой-нибудь темный угол. 3-4 недели мыло должно стоять. Это мыло мы делали немножко раньше. Белое – это обычное мыло. Желтое – это мыло с добавлением лимона. Все кроличье. И сейчас я вам продемонстрирую, как это мыло мылится. Берем кусочек мыла, теплая вода, мылим. Как вы видите, руки в мыле. Приятно, главное, полезно, никакой химии. Руки после этого мыла скрипят и очень чистые. Так что я вам тоже советую изготавливать такое мыло. Всего доброго, до свидания.